Никита Исаев, российский политик, общественный деятель, экономист, кандидат юридических наук. Родился в 1978 году в Москве в многодетной семье. Школу окончил с серебряной медалью. В 2001 получил диплом Московской государственной юридической академии. Определился со своим призванием уже в 13 лет. В 18 создал учебный центр «Финансовый дом». Спустя несколько лет открыл молодежную школу бизнеса, филиалы которой появились практически во всех регионах России. В прошлом году на их базе основал и возглавил Институт актуальной экономики. До марта возглавлял президиум Политсовета партии «Родина». В свои 37 лет Никита Исаев сделал успешную карьеру в крупнейшем финансово-промышленном холдинге России. 6 лет проработал на госслужбе, получил статус действительного государственного советника 3-го класса. Автор ряда экономических публикаций, частый гость российских телевизионных передач. В Минске второй раз по приглашению международного медиаклуба «Формат А3». Добрый день, Никита Олегович. Спасибо большое, что уделили нам время. Поговорим сегодня с вами об экономике. Сегодня, в сегодняшних реалиях, мир преобразуется в такую, скажем, единую глобальную систему. Конечно, есть ряд бонусов, торговля становится более свободной, но все-таки есть и определенные риски. Вот если посмотреть на наши национальные экономики постсоветских государств, мы выигрываем от этого процесса глобализации, либо все же, наоборот, проигрываем? Глобализация идет по сценарию двух основных мировых экономик. Очевидно, стоит признать, что это Соединенные Штаты Америки и Китай, которые формируют вокруг себя различные торговые экономические союзы. Соединенные Штаты Америки действуют по всему спектру мировому, ровно как и Китай. Если США это действует различными торговыми союзами, транстихоокеанское партнерство, трансатлантическое партнерство, таким образом во многом подчиняя себе экономики этих регионов, которые по большому счету достигнут в случае подписания этих соглашений 90% мировой экономики. Китай, соответственно, действует своим пресловутым soft power, мягкой силой, при этом действуя и в своих исторических регионах, создавая зону свободной торговли в странах Азиатско-Тихоокеанского, Тихоокеанского региона, ну и также создавая различные ветки Великого Шелкового пути. В такой же ползучей мягкой силы Китай вкладывает на различных континентах. Китай есть везде, в Африке, в Центральной Америке, в Соединенных Штатах. Это крупнейший торговый партнер, более 550 миллиардов долларов объем торгового оборота Китая и Соединенных Штатов Америки. Китай даже есть уже и в Арктике, и в космосе. Поэтому мы, имеется в виду и Россия, и тем более Беларусь, не обладаем соответствующим потенциалом. Россия – это 2% мировой экономики, Беларусь – это доли процента мировой экономики. Очевидно, мы должны здесь пользоваться определенными инструментами давления, связанными с противоречиями, которые объективно возникают между основными игроками, что мы сейчас и делаем. Мы все знаем, что белорусская экономика во многом зависит от российской экономики. Когда российская экономика выйдет на устойчивый рост? Ну да, вы правильно говорите, российская экономика падает, равно как и белорусская, примерно в одних и тех же процентах. Если говорить об основных макроэкономических показателях, мы упали в 2015 году на 3,7% нашего внутреннего валового продукта, на 7% упала промышленность, растет безработица. Относительно потенциального роста российской экономики, понятно, что все постсоветские республики страдают одной и той же проблемой, которой страдал и Советский Союз, и Россия, в том числе сейчас. С 60-х годов, как была открыта восточно-сибирская нефть, то мы сели на вот эту экспортно-ориентированную сырьевую экономику, которая, по сути, и обеспечивала нам эту зависимость. Когда нефть дешевая, мы либо теряем государство фактически, либо теряем какие-то внутренние политические системы, либо получаем существенный экономический кризис. Если нефть дорогая, то это либо время застоя, либо тучные годы нулевые, которые мы с вами получили в начале 2000-х годов. Поэтому здесь варианты ровно два. Либо нефть опять поднимется, но я имею сильные сомнения. Но вряд ли до $100, как это было раньше. Да и $100 уже не спасут нас.
сейчас. Либо нам придется диверсифицировать и проводить модернизацию наших экономик. Естественно, идти вслед за теми глобальными процессами, которые сейчас происходят. А подход здесь предельно простой. У нас крайне низкая производительность труда, у нас крайне недиверсифицированная экономика и исключительно агросотраслена, то есть малый и средний бизнес имеет существенно невысокую долю, а это сильно бьет по возможности балансировать экономику в период кризиса, поскольку именно сфера услуг вытягивает собственно, население в тот момент, когда падают возможности государства. У нас крайне слабая инновационная составляющая, мы все-таки живем в постиндустриальном мире, и те предприятия, которые, на которые мы делали ставку ранее, сейчас уже нерентабельны, их приходится во многом закрывать, либо впрямую поддерживать убыточные производства. Ну, плюс к этому, естественно, наша ментальность все продолжает жить вот этой иждивенческой системой, которую нужно менять. Ну, вот Россия на данном этапе готова отказаться от сырьевой модели экономики и сделать, к примеру, ставку на людей? Или еще пока эта платформа не создана? Ну, отказываться от сырьевой модели, наверное, нет смысла, поскольку все-таки сырье – это один из источников дохода. Есть смысл все-таки переориентировать основные подходы и встраивать экономику в современные реалии. Имеется в виду пользоваться своим сырьем, пользоваться теми возможностями, которые дают доходы от этого сырья, пользоваться, возможно, и политическим влиянием, которое мы получаем от продажи этого сырья, не встраивать в то, чтобы модернизировать производство, отказываться от тех, которые сейчас не являются эффективными. Россия сейчас этого, к сожалению, не особо делает. И здесь есть политический момент, потому что мы входим в два предвыборных цикла. Один, собственно, сентябрьские выборы в Государственную Думу, а далее президентские выборы. И недавно отрицательное правительство Медведев заявил, что делать реформы значит, за счет народа мы не будем. Иными словами, вся экономическая политика России сейчас – это попытка вот, латать этот кафтан, который мы имеем, и пользоваться нашими собственными резервами. Да? В апреле месяце мы потратили более 11% нашего резервного фонда, 390 миллиардов рублей, на поддержание наших расходов. Очевидно, этот подход будет сохраняться, поскольку мы имеем сейчас относительно дорогой рубль, и, естественно, наши расходы требуется покрывать из резервных источников. Мы недавно затронули очень важную проблему о не совсем высокой производительности труда. Вот несколько цифр. В России за один человек час вырабатывается продукция почти на $26, в Евросоюзе для сравнения 56 и $67 для США. Резервы есть. Каким образом увеличить эту продуктивность, производительность труда? Угу. Ну, а, собственно, допустим, в Норвегии это $88. То есть, есть куда стремиться. Есть куда стремиться. Это вопрос высокотехнологичных производств. Мы делали эту попытку в России. В середине нулевых годов мы писали стратегию социально-экономического развития. Она была принята до 2020 года. Она называлась так называемая инновационная стратегия, да, которая предполагает высокую производительность труда, автоматизацию производства, уход от физического труда. Но, к сожалению, два кризиса экономических, и 8-го, и, соответственно, 14-го, 15-го годов, фактически спутали эти карты. Нам сейчас приходится в первую очередь выполнять наши социальные обязательства. И мы не можем направлять средства в инфраструктуру, в модернизацию производства и так далее, потому что у нас просто нет на это соответствующих источников. Да, есть куда стремиться. Более того, и российский, и белорусский научный потенциал уж совершенно точно способен создать те производства, которые могли бы встать в лидеры и IT-технологий, и высоких технологий в сфере науки и космоса. То, что мы имели в Советском Союзе. Вот как небольшой стране, которая не обладает большим сырьевым запасом, я сейчас о Беларуси, конечно, говорю, где найти точки для устойчивого роста, делать ставку на людей, на инновации, на какие-то преобразования в экономике? Скажем, недавно повысили пенсионный возраст, подняли стоимость услуг ЖКХ, тоже наверняка нужно было это сделать. Что еще дальше, какие шаги нам предпринять, чтобы добиться устойчивого, стабильного роста в экономике? Ну, это вот в подтверждение моих слов, действительно, те, я даже не могу назвать это реформами, да, это вынужденные меры, которые приходится принимать, и люди должны это понимать, что в условиях нынешних
в случае, если меры эти не будут приняты, то бюджетный кризис может поглотить гораздо больше проблем создать. В связи с этим сейчас ищутся вот такие источники. Я вот второй раз в Минске в жизни, первый раз был в 2001 году, 15 лет назад, я наблюдаю здесь самый чистый город в мире. Вот я без каких-то попыток сделать такой упрощенный комплимент искренне говорю, что во всяком случае снаружи, а это очень важно для внутреннего ощущения человека и общества, создано государство, которое привлекательно. И в том числе, кстати, для инвестора. В нулевые годы, на мой взгляд, руководство Беларуси очень удачно пользовалось теми возможностями политическими, логистическими, транзитными, человеческим потенциалом для того, чтобы создать экономику социально ориентированную. И оно это сделало гораздо, может быть, более эффективно, чем любая другая страна постсоветского пространства. Сейчас другая реальность, мы с вами уже об этом говорим. Сейчас действительно необходимо создавать что-то новое. На мой взгляд, Беларусь должна в первую очередь обратить внимание на обрабатывающее производство, Беларусь должна обратить внимание на экспорт и переработку продукции сырья России, в первую очередь, да, своего главного стратегического не просто партнера, а союзника, для того, чтобы поставлять на рынки, соответственно, Европы, возможно, и Средней Азии, даже Украины, вашего партнера торгового, одного из существенных после там, России, Евросоюза, соответствующую продукцию. Также Беларусь должна пользоваться российским рынком сбыта в рамках Евразийского экономического союза, использовать создание совместных предприятий, ну, как, допустим, фармацевтических предприятий там, с предприятием Ярославской области, пользоваться дистрибьюторскими сетями на территории России и стран бывших СНГ и в рамках Евразийского экономического союза для реализации своей продукции. Но выйти на новые рынки тоже не так просто. Каждый защищает свой внутренний рынок. Очень просто. Смотрите, сегодня в Европе так называемая стагфляция, да, то есть отпускные цены существенно снижаются, начинают разоряться предприятия малого и среднего бизнеса европейского. И за счет этого они уходят с рынка, остаются свободные ниши для реализации, для сбыта своей продукции. И Россия, и Беларусь должна пользоваться теми возможностями, которые сейчас появляются в Европе, потому что, собственно, мы имеем конкурентную цену в связи с относительно недорогими курсами наших национальных валют, что, соответственно, обеспечивает нам хорошую конкуренцию даже с учетом возможных санкционных подходов. Я вижу те шаги, которые делает ваш президент, достаточно интересными и грамотными с точки зрения умения по-честному вести диалог с разными партнерами. Это очень важно. При этом не ставя под угрозу отношения с каждым конкретным партнером. Основа экономики – это малый и средний бизнес, но снижается доход населения, падает покупательная способность. И в первую очередь, опять же, страдает малый или средний бизнес. Как разорвать этот круг? Государство должно использовать иные рычаги, кроме прямых финансовых инструментов для поддержки малого и среднего бизнеса, так называемые формы там, квази-денег, да, государственные гарантии, сбыт продукции, обеспечение длинными и дешевыми деньгами малых и средних предприятий, обеспечение рынков сбыта не только внутри страны, но и вовне, о чем я говорил, в том числе используя российский рынок, да, и ее дистрибьюторские сети. Это основные подходы, которые необходимо делать. Но поверьте, сейчас мир находится немножко в другой политической ситуации. Если можно сравнить вот с теми воронами, которые взлетели после, так сказать, военных действий, жестких политических конфликтов в мире, террористических актов, они сейчас обсуждаются, как будут рассаживаться на эти ветки. Да? И наша задача с вами сейчас занять наиболее удобные политические ниши для того, чтобы иметь возможность выстраивать эффективные политические и экономические отношения. Всегда стоял вопрос, в чем хранить деньги? В местной валюте, в евро, в долларах? Сейчас, я думаю, этот вопрос уходит на второй план. Опять же, доходы населения падают. Каким образом возможно изменить список наших затрат? Куда потратить деньги? Во что вложить? Когда приходит кризис, мы инерционно продолжаем иметь те существенные расходы, которые имели без кризиса. И наоборот, когда кризис заканчивается, идут большие доходы, мы, снизив наши расходы, продолжаем, так сказать, экономить.
надо достаточно оперативно реагировать на те ситуации, которые существуют, и достаточно откровенно для себя отвечать. Да, это экономический кризис все-таки, и нужно на него реагировать соответствующим образом. Это нормально для любой экономики мира. Без кризисов не бывает подъемов. Экономика должна перестраиваться. Психология общества и человека также должна перестраиваться. Поэтому, естественно, первое – это снижать расходы. Второе – нужно определить те перспективные ниши, в которые сейчас необходимо вкладываться. Действительно, это на снижающейся покупательской способности населения нужно уходить в более дешевые ценовые сегменты производства. Нужно стараться развивать те сектора, которые выпадают, допустим, в других странах. Например, вот в России снизился объем выездного туризма, да, который был еще в 2013 году объемом 50 миллиардов евро ежегодно. То сейчас развивается внутренний туризм. У нас есть объем рынка 4 триллиона рублей только внутреннего туризма и развития малых городов за счет этого обстоятельства. То же самое необходимо делать и в Беларуси. Спасибо большое за развернутые ответы. Пожалуйста. We'll be right back.